Ну что, поехали дальше. Поджог портал и лишил тебя ведра? Это как? Простите. Так, да, мне нужны строго определенные координаты. У меня есть... От этого, кстати, зависит от этого вообще многое. В том числе и возможность скрафтить портал... портал, маяк в будущем. Так, ну, если с маяком не прокатит, как бы, это все равно это не основное задание. Вот, но хотелось бы его выполнить по возможности. Но это потом, сильно потом. Если нет, то... Ты хвост с ним. Так, ну, я не знаю, насколько это координаты влияют на это, да, потому что... Опять же, рандом. Так, кабла. Доски. Так, ну сперва только кабла, конечно же. Так, координаты у меня должны быть... Минус 58 на 0. На высоте 68. То есть повыше. Кстати, надо вот эту байдовину кабловую бы снести. Или нет? Ладно, потом все в порядок приведем. Не, минус 58, блин. Я куда? Я в ту сторону, черт. Нет, я все-таки за киркой сбегаю. Если вылить лаву в ямку один на один на один рядом с порталом, то он зажжется сам. Не знаю, ничего такого не слышал никогда вообще. А вот о том, чтобы поджигать портал досками, я даже туториал делал в свое время. Так что есть вероятность, что в этом даже есть какой-то смысл. А неподтвержденная информация, это неподтвержденная информация. Вообще, доски ж... Тьфу. Блин, не так. Вообще, нахрена мне верстак? Для конкретно вот этого действия. Зачем мне верстак нужен был? Мне интересно. Так, у меня собака носится. Грег, ты чё? Иди сюда. Вот надо было им петарду взорвать именно сегодня. Собак, ты чё? Не бойся. Иди вон на диван ложись. Ты вообще радуйся, тебя пускают. Твой татуировал на шерсти был. А без разницы. Какая разница, горючий блок нужен. Хоть бревно туда положи. Майнкрафту как бы все равно что поджигать. Не, если это сейчас так работает, то окей. Но... Пруфы били, нам нужны пруфы. Вернее, мне нужны пруфы. О том, что эта хреномантия именно так работает. Потому что это Майнкрафт, и в Майнкрафте без пруфов это довольно-таки грустно. Так, мне не сюда. Что я пытаюсь сделать, я объясню. Пока, вау, занимаюсь копанием. Пока я все это добро тестил, я заметил, что портал создается рядом с порталом, который поставил автор. По той или иной причине. Вот, и своими действиями я пытаюсь сделать... Так, чтобы у меня появилось как бы два портала. Поэтому, чтобы добыть обсидиан в будущем, я буду... Ну, может, кто-то посчитает это нечестным, но эй. Эй, свои правила. Вот, я буду переходить в ад по вот этому порталу.
Там у меня, по идее, должен быть новый портал. То есть у меня будет портал автора этой карты и мой портал, в котором я появлюсь. Вот, я буду свой портал разбивать, скидывать все в сундук. То есть весь этот обсидиан, ну это на поздних этапах, конечно же. Вот, скидывать это добро в сундук, может быть даже уже в эндер-чест спустя пару таких трюков. И сбрасываться вниз нахрен в ад просто вот в пропасть. Вот. То есть у меня не будет портала, но этот портал все еще будет работать. Вот. И так как этот портал все еще будет работать, то я без генератора камня, ой, без генератора обсидиана, господи, смогу просто и легко добыть себе некоторое количество обсидиана. Такие дела. Не думаю, что координаты влияют хоть как-то. Прям супер точно координаты влияют. Но второй попытки у меня не будет. Так. Так, портал должен быть где-то примерно вот тут. Примерно. Супер точность мне не нужна. Вообще, я видел ребят, которые играют на скайблоке, тоже что-то пытаются извращаться как-то. Вообще, я думал, я один такой отбитый извращенец. Не, нифига. Нас таких много. Нас миллионы просто. Нас армия. Вот. Там люди даже генерируют свой собственный ад. Ну, просто берут кусок ада, да, перегенерируют его, убирают все блоки. Ну, это один чувак делал. Вот. Кроме кварца. У него был кварц. Вот, но очень много кварца. Слишком много кварца. Так, дальше мне понадобится обсидиан. Мне понадобится 4 блока. Мне понадобится пара блоков вот этого. Мне понадобится вот это. Мне понадобится самое главное. Мне понадобится лава. Так, деревья, я скоро за вами приду. А пока оно будет все пыхтеть и стараться зажечь мне портал, мы с вами порубим деревья, подобываем каблу. Так, готовьтесь вообще. Вообще давно пора. Пора бы вам уяснить, что добыча каблы и дерева — это вообще то, чем ты занимаешься там половину времени на скайблоке, наверное. Нет, больше. Мне нужно будет сделать еще... Так вот, я не помню, куда ставить конкретно блок, блок дерева. Ну, не важно. Я думаю, как-нибудь разберемся. Так, ну что? Так, дайте сообразить. Так, раз, два. Ну, если что, я себе креативом выдам, но опять же, я бы не хотел этого делать. Как-то так. Да. Да, как-то так. Так, теперь мне понадобится не сдохнуть нафиг тут. Так повышается левел, с какой скоростью за просмотр стрима. Единственное, я, короче, не понял, о чем ты в целом, но я понял, о чем ты в частности. Команда восклицательный знак топ 100, заходишь и там читаешь справа, что, за что и как это работает. Так, а по-моему рядом ставятся. По-моему ставятся вот так доски, а снизу лава. Так, ну мне для этого нужно будет спуститься ниже, да, верно?
Так, по-моему, вот так. Перебор. Оп. Вот так. Вообще, он может загореться как сразу, так и там с 500-й попытки. А, каблу мы подобываем. Сейчас. Сейчас, ребят, каблу подобываем без лавы. Вообще, просто бревно вопрос. Вообще, просто вообще никаких разговоров. Мы сейчас с вами пойдем каблу добывать. Без лавы. Потому что я могу. Факторио поиграть? Может, поиграю. Давайте сначала хотя бы Ори закончим, а потом уже что-нибудь другое подумаем. Потому что пока я не закончу Ори, браться еще за 10 игр, я, конечно, не против, но я не смогу играть в них одновременно. Ну, построим тогда какую-нибудь штуку красивую, временно. В смысле, на постоянной основе, но временно красивую. Из дерева вон, например. И не надо называть меня Дикс. Это выдает. Некоторых фрейдов наружу. Откуда обсидиан? Ну, из сундука. В сундуках я ничего не добавлял. Вот все, что есть в сундуках, все, что автор предлагает, то у меня как бы и есть. Ни больше, ни меньше. Я бы мог добавить там те же жезлы эфритов, но я знаю, как... Мне интересно вот именно с тем же набором как бы пытаться что-то добыть. Чаще всего это возможно. Вот почему, когда дома лаву выливаешь, загорается просто все хреном моментом. А сейчас эти доски гореть не хотят. А скелет вот тусуется сверху, да. Я не хочу туда. Мама, я не хочу сегодня идти забирать лаву. Вот почему? Скажите мне, пожалуйста, почему не горят эти чертовы доски? Вот серьезно, дом бы уже сгорел к чертовой матери целиком. Все 500 тысяч блоков, которые ты в него угрохал, они бы просто горели уже синим пламенем. Но только не на скайблоке, нет. Деревья не растут, и доски не горят. И врут календари. Если ты попал сюда, то номер набери. 8-800-555-3535. Кошмар. Этот скайблок меня просто... Вы знаете, все законы работают сегодня против меня. Не знаю, я сколько здесь сегодня еще просижу. Вообще, у меня только скайблок на сегодня запланирован. Но если я устану, мы, может, пойдем еще поиграем. Ну, в ванилу, может быть. Ну, понимаете. Играть 6 часов в скайблок. Это много. It's alive. Оно живое, ребята, оно жило. Портальчик ожил. Аллилуйя. Восславим портал. ГЛаДОС, сиськи.
Блин. А вот в темноте уже хрен различишь эти досочки. Кстати, а что это за биом? Plains. О, мы на равнинах, ребят. Мы на равнинах с вами находимся. Not bad. Я здесь летал, здесь вот, ну, в креативе до стрима, да, вот, Extreme Hills просто вот, вот туда вот идет очень далеко. Мне бы тайгу найти, тогда я даже лед смогу получить. Эй, что за дерево пустое? Башка вашей бывшей? Что такое? Нет, серьезно, где доски-то, блин, где бревна? Nightly Dragon, привет. Так, мне нужно... Ау! Ведро! Ау! 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 Ау. 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 Сейчас подождите, еще один ау, и я пошел. Ау. Когда-то мы перемещались по всему миру вот таким, вот с такой скоростью. Да, далеко было не уйти. Так, готово. Вот так. О, нет. Черт, не рассчитал. Три раза умер. Да, 1.8 бета. Многие с такой скоростью бегали. Чем многие? Все. Когда спринта не было. Нет, спринт был крутой штукой, реально. Вот, если вы думаете, что я буду брюзжать насчет спринта, нифига. Спринт был действительно классным. Потому что, наконец-то, божечки, кошечки, можно бегать с нормальной скоростью. А не как черепаха, раненая в голову и в ноги, и вообще во все. Как будто ей закритовали вообще все тело. Как дела? Да неплохо. Как видишь, проходим. Вот, кстати, может, у кого-нибудь в чатике есть предположение, зачем вот это вот правило нужно про то, чтобы, ну, нельзя, типа, умирать ради пополнения шкалы голода. Какой смысл сакральный в этом правиле, мне интересно. Ну, не прыгать, как бы, там, с обрыва, имеется в виду. А так я технически, я... Не... А вообще, кстати, вот если на харде... На самом деле, то ты просто умрешь, когда у тебя голод выйдет. То есть, ты просто надо тебе искать место, поумирать. И ты будешь с полным голодом. А что с хардом тогда делать? Так-то вообще непонятно. Не сложно, не просто, просто вот. Просто непонятно. В смысле, четырюга? Я не рассчитал, что там три блока, я просто упал и убился. Ну что вы начинаете-то, ну? Вот вам лишь бы кого-то подозревать.
такие все подозрительные. Вот, вот не верите вы мне, да? Вот, вот берете и не верите. Вот возьму и уйду от вас. Хотя кому я обманываю, блин, никуда не уйду. Так. Так, ну что, сходим в ад за остатками ресов. Это будет последний сундук на этой карте. Не, конечно, на писфуле играть здесь вообще не тру было бы. Ну, смысла нет какого-то. Запись перед на YouTube, музыки нет, потому что забанят, да. И... видите, да. Ты раз случайно упал. Ну, ты просто невероятное стечение обстоятельств. Ну. Так. Кирочка. И вот это вот. Так, вот я надеюсь, что грибы тоже не упадут. Потому что они выпадут в качестве дропа, как только я обновлю блок. Так, теперь мне надо бы, кстати, обезопасить верхнюю часть портала. Потому что я совершенно не горю желанием видеть здесь хоть одного гребаного скелета. А потом уже можно будет внутрь пойти. Так, собака ушла в другую комнату спать. Ей норм. Спокойно. Как мамонт. Звук перемещения вернули. Да может у меня звуки сбились. Фиг знает. Или это новые мемасики. Ну в смысле кто вас знает. Эй, куда пошел, кабла? Стопы. Я тут внезапно подумал, что а на кой мне цельные блоки. На них же будут пигманы спавниться. Мне не нужны пигманы. Надо будет дорожку доделать. Закончила ремонт. Кто, Грета? Не, она только начала его уничтожать. Ремонт я закончил, ну вернее рабочие закончили давно уже. Так.
Ага, понятно. Ага. Ага. Так, с этим мы еще разберемся. Так, если я упаду, лучше я упаду без грибов, например. Такие дела. Да, кстати, посмотрите, даже лесенка получилась более-менее ровная. Более или менее ровная. Насколько она может быть ровная вообще? Так, ну что, забираем. Glowstone меня пока не интересует. Кстати, вот зачем здесь birch sapling, я не знаю. У меня вообще ни одного предположения нет, зачем тут birch sapling, потому что... Ну, у меня есть дерево. Ну, вон оно растет в большом количестве. Зачем мне березовые сопли? Так, ну что? Ценные ресурсы. В будущем я хочу для вот этих вот ресурсов создать Ender Chest. Это одна из моих целей, которая, кстати, по-моему, не отмечена. Мне понадобится... Ну, это после добычи, как бы, алмазной кирки, то есть это после... Ой, мне понадобится построить... Мне понадобится вылечить жителя, расплодить даже не одного, а двух жителей. Двух. Двоих не хватит. Нет, трех. Трех жителей. Два наверху, один внизу. Вот. Расплодить всех этих ребят морковкой. Для чего мне потребуется немножко редстоуна. После этого плодить, 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 плодить их морковкой. Добывать моркву примерно таким же образом, как я добываю обсидиан на определенной ферме. Вот. И, ну, то есть там просто стоишь, кнопку зажимаешь, она долбит костной мукой и все вырастает. Вот. После этого надо будет найти жителя с любой абсолютно алмазной киркой. То есть мне понадобится Weapon Smith, по-моему, или Tool Smith он называется, я не помню. Короче, который оружие продает. В смысле, ну вы поняли, инструменты. Вот. Weapon Smith как раз-таки продаст мне меч, например. Вот. И с помощью этой алмазной кирки мне добыть надо будет тот портал, через который я телепортировался, потом, собственно, спрыгнуть, ну, оставить ее в сундуке, спрыгнуть вниз, еще раз поджечь портал вот этот. Снова зайти, разбить, скинуть. И так, пока я не скрафчу себе Ender Chest. Потом можно будет точно таким же образом добывать себе практически неограниченное количество обсидиана. Только это очень занудно, но это возможно. Так, есть у меня одна мысль, которую я хочу сейчас использовать. С вашего позволения, кроватку я переставлю куда-нибудь вот сюда. Сундук, ты очень пьян. Хватит. Ты пьян. Как говорится, напился, веди себя прилично. Сундук хочет кушать, как обычно. Так, мне надо отступить вот от этого вот добра. Раз, два блока. И сделать тут антиэндерменовую защиту. Я думаю, что это поможет. Если нет, то я дурак. И неправильно понимаю, как это работает. Ну, как бы, я не дурак, но значит, я как-то не так понимаю, как это работает. Я просто не знаю, как эндермены тырят землю, но я предполагаю, что им нужно стоять над блоком, чтобы его спионерить. Ну и не дадим им такую возможность. Все, мне туда больше не надо. Сейчас я еще раз свой спаунпоинт назначу.
Или давайте, кстати, раз уж у меня это включено, может, мне не понадобится больше кровать. Так, где-нибудь, давайте, наверное, вот здесь сделаем. Так, чтобы запомнить место. Даже на цельный блок встану. Set. Set world spawn, да? Получается сюда. Так, сейчас секунду, я даже погуглю. Устанавливаю точку спауна для всего мира по координатам игрока или по заданным в синтаксисе. Ага. Ну да. Получается так. Все, тогда мне кровать больше не нужна. Блин, как у меня колесо глючит-то. Так, уйди, читерская кровать. Алмазы здесь добыть. Сам как думаешь, могу я купить алмазы у жителей? Если нет, то нельзя. Очевидно же. Все, что ты можешь, это взять то, что падает с мобов, либо покупается у деревенских жителей. В идеале, конечно, мне бы достать сюда компаратор, хотя бы один. И вот уже при помощи компаратора сделать всякие штуки можно. Но без компаратора, то бишь без кварца, куча механизмов просто недоступна. Просто недоступно. Либо очень громоздко. Так, кстати говоря. Что, платные подписчики? Да, платные подписчики. А что тебя удивляет? Читерская кровать. Ну что делать, блин? Так, сундук. Хватит это делать. Так, дайте я по-быстрому, наверное, сделаю здесь, во-первых, паузу. А во-вторых, я после этого даже релогнусь, дабы как-то все это вот исправить. Потому что что-то оно у меня глючит.